И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква Ж придает людям стремление к значимости и придает страстности. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Успешным партнером для носителя этого имени будет обладатель имени, у которого значение имени равно одному. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Значение буквы М в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. У носителей этого имени проявляются незначительные сбои и препятствия делают их подавленными и меланхоличными. Иногда одно лишь слово или жест могут ранить владельца этого имени и даже привести к психическому срыву. Особая черта, вносимая в характер согласной буквы, сдержанность, не всем открываемый внутренний мир, возникающие желания могут проявляться как импульс к действию. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Внутренний мир владельца этого имени очень скрываемый, но слишком богатый, поэтому не стоит думать, что молчание означает недоразвитость. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.